Вот когда уже пустили. Мало, давай. Брать, уже эти забежали. Пустили, пустили. Ходите. Да не зайдете все равно, блядь. Опа, блядь. Ну смотри, там нежные какие-то. Какие? Угу. Да, че? Обернуть. Ну что, друзья, вышли из завоза. Как обычно, пустой. Так, ну что, друзья, я вас всех приветствую. Это новый видеоролик. Первый, кстати, в 2024 году. Ну что, пишите, как отметили свой Новый год. Я отметил в целом довольно-таки хорошо. Надеюсь, что как бы и вы тоже его отметили хорошо. И мы сейчас отправляемся на завоз. Вот такая у нас погода. Довольно прохладно, но и в целом более-менее идти довольно можно. Время сейчас около 8 утра. Возможности буду занимать парням время. Ну там как получится. Отправляемся на первый завоз в 2024 году. Надеемся, что нас что-то сегодня порадует. Какие-то вещи наконец-то. Брендовые, не брендовые. Китай, Майами, без разницы. Все, идем забирать свое. Все, мужики, увидимся уже на завозе. Так, ну также давайте не будем забывать о том, что у нас появился телеграм-канал, где у нас также продаются вещи. Иногда, кстати, даже по более низким ценам. Все дропается самым первым. Название Second Gang. Такая вот тема. Вещи у нас дропаются абсолютно регулярно. Скидки, продано, брони, все у нас имеется. Так что заходите, подписывайтесь, все будет в описании и в закрепленном комментарии. Ситуация вырисовывается такая. Торопился изо всех ног, хотел прийти пораньше, занять парня место. Ну, поскольку рано проснулся, что уж делать. А, по итогу ТЦ оказывается открыто с 9. Сейчас еще где-то полчаса надо ждать. Пытался зайти, надебоширил, меня не впустили. Поэтому вот ждем. Пустили. Ходите. Да не зайдете все равно, блядь. Опа. Во-во. Ты что, эти пустили? Нас нет. Шапкадик. Бирочки, бирочки. А есть ли у нее? О, уши. Какие хорошие. Винтажно. Это я думал, ты крабин. Дальше. Адик. Дальше. Что это? Рибок вроде. Рибок дальше. Фила, понятно. Это такой Адик. Понятно. Официальный мерч, боевая Россия. Он с бирочкой, смотри. Да, это жир, слушай. Что тут написано? Underground. Ну, я думаю, себе туфли нахуй такие взять, слышишь? Вот ебать они тяжелые, как будто как ёбнешь. Прийти мне носить Air Max'ы, запрети мне голову на лысо брить, запрети мне на улице драться. Что сломано?
Диадора. Италия. Куда дербаните? Стоять. Куляпки сосую. Не дербаню. Это... Сука, они рвачи собрались, блядь. Большой. Ну, нормально, слушай. У него в верхней бирке я себя видел. Это что такое? Да сюда ты вешай, блядь, идиот. Соломонов. Соломон? Это гарпкор? XS-ка? Уф. У него рукава. Она подлиннее, кстати. На бабку. Какую тебе бабку, блядь? На бабку гарпкор. Нихуя нижний. Слушай, нижние порядки. Потом... Ой, что кстати, такое? Не знаю, бёрбери. Ну смотри, там нижние какие-то. Какие? Угу. Да, чер. Выглядит. А бёрбери, кстати? Верхние ступли здесь. Здесь нихуя. Здесь хуя. Что? Ну, блядь. Надпись есть. Вот, видишь? Ага, вот. Что-то есть. Ну, этот материал колхозный. Хотя это не показатель особо. Ну, слушай, вот это бирка тканевая. Ну, как да, как на старых моделях. Ну, вот вообще хаза, кстати. Чер, ну-ка, примерь. Примерь на себя сядет. Примерь. Сядет как надо, Алё. Идёт, примерь. Давай, мерей. Пума. Выше вот и лого. Ну, короче, база. Пума. Ну это пума то старая. Тоже винтажная пума, но она прям большая. Она двухсторонняя. Она двухсторонняя? Да. Ой, я бирки, только... кстати, вот. Мне, Саш, мне такой нравится, кстати. 4XL, ёб твою. Нормальная тема. Ну, если, типа, одну сторону запачкал, на другую перечитал. Другую пачку. Так, блин. Ну это дрил, слушай. Майка Эр, ёб так, где баллон? Вот тут, блядь, спрятан. Что у него немножко коленка, походу, стерта. Он, видишь, какая-то дырявая, блядь. Ну, кто-то у них брейдан станцевал. Хороший такой. Рибок опять винтажный. Ладно, и тоже. Рибок, Адидас, Найк, все. Короче, такие шмотки на довесе. Что-то, ну, что-то из этого манера возьмем. Ну, Бёрбери железно. Потому что это ретро-оригинал, да? А? Это же ретро-оригинал. Не знаю. А кто знает? Вот это. Это женский нахуй. Так, ну что, друзья, вышли с завоза. Кирилл обычно пустой. А мы с Максом понабрали, ну, немного прям позиций. Все покажем уже, когда будем дома. О, ну да, нормально. Это Wrangler? Yes. Да, ну старые такие. Бля, древние. Пу-пу-пу, ничего особо нету. Ухо, надо что-то смотреть. Так, ну что, друзья, вот я вернулся в свою, так скажем, пещеру. Давайте покажу, что сегодня я понабрал за этот день. В целом, вещи довольно неплохие. Начнем с вот такого свитшота Adidas Manchester United. Большой принт, красивый, приятный. Модель 2015 года, бирочки все присутствуют. Коллекция у нас Adidas Sample. Вот такая вот прикольная, интересная, кайфовая. Дальше у нас идет свитшот Adidas Miami Heat. Не знаю, как сейчас, но раньше очень именитая, мощная баскетбольная команда. Также бирочки у нас присутствуют. Модель 2014 года. Также из коллекции она у нас Sample. Так, дальше у нас идет вот такое вот бомбезное худи от Adidas. Большой логотип.
шнурки, капюшон, все у нас присутствует. Бирочки у нас также в порядке. Модель 2011 года, если я не ошибаюсь. Тоже прикольная базовая, размер XL-L. Вот как-то так. Так, дальше идет вот такой вот свитшот на молнии от бренда Adidas. Прям ретро, очень старая вещь. Вышел логотип. Лампас у него выглядит вот так вот. Бирочки у него выглядят вот таким вот образом. К сожалению, уже после покупки нашел у него пару дефектов. Немножко подпортил настроение, но в целом пойдет. Ничего в этом страшного нету. Дальше у нас идет тоже очень-очень-очень старая вещь от бренда Nike. Это, не знаю, как сказать, long sleeve, наверное, 1.4 zip. С таким вот центральным минималистичным логотипом. Также на рукавах есть такие, как запонки с гравировкой. Размер также L-XL. Такой приятный, тонкий, довольно легкий. На повседневную носку самое оно. И последний у нас такой прям зимний улов. Это вот такая вот шапка бини от Adidas, шерстяная, с вот такими вот бирками. Тоже очень старая, там, нулевых годов. Прикольная, приятная. Возможно, пойдет на личную полку. Кстати, в последнем видео меня просили называть цены вещей. Точно каждую цену, к сожалению, сказать уже не могу. Но вот потратил примерно столько. Но на самом деле чуть больше. То есть я, наверное, потратил около 1000-1500. То есть где-то вот настолько я закупился этими вещами. Так что вот как-то так. И совсем не стоит забывать про то, что у нас есть телеграм-канал, где эти вещи уже опубликованы по приятным ценам. Пишите, интересуйтесь. Все у нас будет в продаже. Приветствую. Сегодня я вам покажу то, что мне удалось взять за сегодняшний субботний завоз, который был в начале ролика. Поехали. Вот такие вещи мне удалось сегодня взять. Первая. Такая вот бомбовая флисовая куртка от германского бренда Wellington в размере XL-2XL. Такой логотип на воротнике. Материал внутри плотный, защищающий от холода. Такой вот карман с логотипом, значком Wellington. Карман на липучке. Такой вот ткань приятная. Внизу у нас два кармана с гравировкой Wellington. Карман защищающий тоже от холода и дождя. Внизу такие вот утяжки под ваш размер. Далее, такие прекрасные кроссовки Puma Sweat Classic в размере 43. Состояние отличное. Уже скоро будет в товарах. Далее, такой вот шарф, плотный шарф Зенит, петербургский чемпион России 2018-2019 года. Спереди надпись «Зенит чемпион». Под такой шарф залететь на фанатский сектор — самое то. И последнее то, что мне удалось взять, это такая вот поло Nike с необычным логотипом. Верхние бирки, к сожалению, немножко стерты. Внизу такой вот вкладыш Nike с логотипом. И внутри имеются бирки с пуговицей, кстати. В размере M уже выставлены в товары. Не забывайте покупать. Ну и все. Все, что мне удалось взять за этот ролик. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, поставите колокольчик. Ну и будете следить за нашим контентом. Потому что настал 2024 год, наконец-таки. У нас планов куча на YouTube, на все соцсети. Так что не забывайте за нами следить. Ну и продвигать нас все выше и выше. Ну и все. Все, что хотелось сказать. Не забывайте лайки. Всем пока и удачи. I'm sissing and I'm at the minute. If you cannot talk about money, then listen. I was counting my rights in the kitchen. Got better myself on my body and kitchen. Call my brother, be on my submission. If I'm at the plan, do you better just stick to it? You say you're my girl, but you're dancing on laps. So bitch, who's your motherfucking rando? Yeah, I made a million, these bitches did you like the mimic. I come like a kid, my dimensions. I'm moving around like I'm getting for sure, for sure.